Здравствуйте всем! Я Оксана, и жизнь как она есть. Вот это наши рыбки, которые плавали летом в бассейне. Все живы-здоровы. Вот они. На сковородку просятся. Не просятся они на сковородку. А нет, на рыбалку. Там все они. Я рыбачу на них порву. Да. Вот они. Летом опять пойдут в фонтан. Не может быть, а пойдут летом, пойдут в фонтан. Покормить не хочешь? Как Михалыч их кормит, так все. Воду можно менять. Сразу. Да, конечно. Это ты их перекармливаешь. Рыба. Сразу готовлю обед и на ужин на салат. На ужин будет подлив, гуляш, будет винегрет. Это на винегрет. Картофельное пюре будет. Так, это у меня на суп. Картошку на этот принесли. Да, мы сходили в магазин. На пюре. У меня здесь на кухне сегодня трудовой десант. Да, или как? Губвахта. Нет, губвахта — это когда заставляешь. Когда добровольно — это трудовой десант. Картошка на пюре. Как сказали, картофельное такая, пюре. Пюре должно быть много, вернее, много не бывает его, поэтому 10 килограмм, 10, наверное, картофеля. Данька не слышит меня, поэтому могу спокойно его снимать. А, слышишь, да? Маша здесь, Кирилл, да, Ваня. Геля? Геля будет. Вот видите, сразу сколько рук, поэтому картошка почистится быстро. И это несложно. Картофельное пюре на большую-большую семью. И пока все занимаются картошкой, я буду заниматься салатом. У меня уже сварилась картошка и морковка на винегрет. Девчонки у нас сегодня генералят, поэтому Регина бубнит, чтобы мы здесь не мешались, не летали, ничего, не ходили. Вернее, летали и не ходили. Я не бубню. Да, солнце? Я не бубню. А что ты говорила? Что я говорила? Да. Я сказала. Вот у меня куча свидетелей. У тебя куча свидетелей. Да. Кто-то другой этого не слышит. Да. Так что не давай. Ладно, она не бубнела, она ругалась, чтобы картошка не летела никуда по сторонам. Хочу, и переметать, она за нами, блин, не собирается. Очистка идет. Да? Хорошо, что она не сказала, что вы эти очистки потом скушаете. Что я вам их скормлю. Я не такой, извините меня, как... О, в нашем полку прибыло. В общем. Ставим ставки. Ну, за сколько картошка почистится на пюре? Час. А? На сколько? 10, 15, 20? Мне кажется... Ну, давайте. Я успею почистить, интересно, картошку с морковкой на салат, прежде чем вы сможете... почистить картошку на пюре. Да. Ладно, я пошла заниматься своим, а не своим.
Я не успела почистить вот эту вот вареную картошку. Полный тазик картошки уже начистили. Так у них сколько рук? Раз, ой, два, три, четыре, пять, шесть. 12 рук против моих двух. Мама поддавалась. От маски. Мама поддавалась. Сразу от маски, смотрите. Да, да, да. Ну все, сейчас надо ее перерезать помельче. Знаете, досочку, чтобы на пюре. А Олег, что, с нами гуляет еще на улице? Да. Похоже на улицу. Все, все отходы скидываем в коробку. И вечером унесем козам. Да, глазки только вырезаем. Глазки. Я вырезала. 25-литровая кастрюля картофеля приготовлена. Ну, вернее, готова для варки. Охота на попугаев. Кто-то открыл клетку, и вылетели попугаи. Поливали цветы сейчас. Где гели? Гели тряпку несешь? Тряпку неси. Оба-на, это что такое, я не понял. Клетка открыта была. Вот они, вот они. Наши розелы. Охота, охота. Идет охота на волков, идет охота. Ну и что, на попугаев. Может быть, они обратно сами залетят? Нет. Так открой ее, чтобы остальные вылетели. Да, мама, вообще самое логичное. Поймали? Покажи, покажи, покажи мне его. Покажи. И жопу его показать. А мы что? Запутали. У мамы он сейчас вылезет. Да мама! Она его хочет, чтобы пусть еще не видно, что ли? Я хочу попугая. На! Не надо меня к рукам его. А, тихо, он меня кусает же. Вообще больно кусается, псих, истеричка. Еще один есть, да? Да, тихо. У меня до крови укусил. Птичка. Так, блин. Ключит. А. Пусть маму за палец. Не надо палец. Вот пусть он на камеру посмотрит. Ой, какой злой попугай. Какой злой попугай. Он видит даже здесь сзади. Мои пальцы там не достают до него? Он не достает до моих пальцев? Сейчас достает. Все. Не успела я снять, как Даня его поймал. В общем, побегушников поймали. Еще, еще один злой попугай. За полотенце держит. А Михалыч отцапнул. Да. Злой попугай, злой попугай. Ну, винегрет уже готов. Размешать я опять не смогу в этой. Придется перевалить тазик. Тестомесе. Осталось еще свеклу добавить. Салат. Тогда я уже точно не смогу ничего размешать, как говорится, здесь. Морковки на салат, на коре. А что ты сидишь? Три давай морковку тогда. Сейчас будет еще салат. Где ты, терка там или? В общем. Вот так, все организовано. Поэтому готовить у нас много несложно. Всегда рядом есть помощники. Да? Угу. А без этого как? Без этого никак. Им все в жизни вот это и пригодится. Геля свои 10 лет это пробовала уже стряпать тортики. Да, и очень вкусно получается. Все начинают с мальства. И потом же от этого такая гордость, что я смог приготовить, что я смог сделать, да? Да, да. Я же правильно приготовила. Нет, солнце. Есть специально для корейской морковки. А, вот это что? Да. Нет, нет, на салат. Значит, винегрет готов. Ну, в тазике мы перемешали.
и переместили его в эту в чашку, чтобы в тазу не оставлять. Сейчас будет еще один салат. И тоже тазиком. Картофельное пюре почти готово. Салат готов, винегрет готов. Все. Олега пюре толчет. Вот такого роста уже вот эти вот динозавры. Большие. У всех нормально, у одного выворачивает ногу. Сейчас у меня Ваня придет, будем смотреть, у него вот ходит. Вот что им надо, я не знаю, что им не хватает. Разнообразный корм, хороший корм, но нет же. Сейчас проверю у него этот сустав. Давай подержим, Вань, вот этого. Давай, иди сюда. Потому что может связка... Закрой, чтобы не убегали. Тихо, 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 тихо. Ох, когда маленькие, с ними еще можно справиться. Вот в таком возрасте уже справиться с ними... Чтобы зажать вот это аккуратно, Ваня, смотри ноги. Давай. Тихо, 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 тихо. Сейчас намажу хотя бы мазью. Мазь у меня в кармане куртки. Ну сейчас, сейчас, секунду, подожди. Уйди. Ноги. Что он мне долбанул по ноге? Поэтому. Отпускай. Отпускай. Смотри, что творит. Это самый большой сейчас, вот который есть по росту. Бьет он хорошо, сразу синяк. Это горчонок? Да сейчас уберет. Выровняется самостоятельная нога, не выровняется. Если не выровняется, будет ходить, вырасти до тех пор, пока сможет ходить. Ну а потом... Придется убирать. Все остальные нормально. В сторону нога и все. Уже с ростом меня почти. А? С ростом тебя, да? Большие уже. Ладно, пойдем убираться там, в этом, у павлинов. Потому что эти... Там наводят вообще хаос. Ну вчера или позавчера. Мама, а вот смотри, меня-то никто не послушал. Я говорю, когда маленький пупок, будешь так и есть. Это тоже страшно. Не поняла. Это когда они приехали, туда их на улице бегали, я тебе говорю, страус нога непонятно. Ты говоришь, но это так и есть. Но. Это тот же страус, который у нога был. У маленького была? Нет, у этого. Я точно помню. Я точно, он был подписан у тебя. Нет, ну я же вижу, то, что это он, типа, как нога была сначала вот так вот, так он и бегает. И как начал расти, у него больше начало западаться.
генетически у них, не знаю. Ну, с рождения, если у них была немножко нога в сторону. Так она и будет. Ой, блин. Как помню, когда здесь кролики были. Кого? Когда здесь кролики были, как с помощью. Да, у нас когда спрашивали, где у нас кролики. Ну, кто помнит, вот это помещение было у нас под кроликов. Кроликов мы всех убрали. Но чтобы оставить вот эту красоту. Ваня у меня как оператор туда-сюда переставляет стойки. Видите, с утра сегодня немножко в хатоне укос порядок навели. Ну, там мальчишки в основном. Я тоже кормушки почистила. Обгрызают ящик, обклевывают поросята. Thank you.
значит, вот на этом я с вами прощаюсь. Я уже пошла домой. Не кривляйся. Вот иди покривляйся здесь. И я говорю вам пока. Пока. Пока-пока. Я. Арили-арили-видели. Ну вот, жизнь у меня такая. Судьба у меня такая. Жить с клоунами. Да? Поэтому всем пока-пока. Всего самого хорошего, доброго. Еще увидимся. Ну, сюда ее можно высыпать. Ну, а потом будешь собирать туда. Мы не ищем легких путей. Это твой телефон как бы, алло. Мой телефон, да, вот да. Ты повыключи его. Ладно. Давай, давай. Все. Ты снимаешь? Нет. Даже нет. Надо было после движения больше материться. Я так не могу привлечь. Ой! Открой, покажи лицо. Глаз выколи. А вы что чувствуете, Олег Николаевич? Интервью. У Регина сегодня корреспондент. Мне жарко. Вам жарко? Да. Я предлагаю вам раздеться. Ну, как вот. Рубрика «За кадром». Что вы делаете, Оксана Николаевна? Что я делаю? Я подлив. Беременный. Готов у меня подлив к картофельному пюре. Что у тебя спрашивают? Ну все, на ужин тоже готово. Все. Как ты там говорила сейчас? Ну ты ж меня снимала. Просто будешь молчать и улыбаться. Знаешь, у нас все получится. Все сегодняшнее видео получится за кадром. Что еще? Что еще умеешь? Ну не на камеру. Вань, включи чайник, я попью чай, наверное. А я кофе. Давай. Перечай. Перекус. Перекофе. Перекофе. Расскажите, пожалуйста, что вы чувствуете то? По поводу чего? По поводу всего. Я хочу спать. Почему? Вы не выспались? Чем вы занимались ночью? У вас забирать телефон на ночь? Мне не было телефона на ночь. Мне напарили веником вчера. Так, что я думала, что у меня полоски на спине будут. Ой. Я спала как убитая. Честно, если не проснулась, 10 часов столько. Потому что пирожков со вчерашнего дня осталось на себе больше. Типа завтракали сегодня все пирожками. Все? А я вчера чуть на печку чуть не упала в баню. Залезла на скамейку и оттуда чуть не шлепнулась. Синяк будет! Как ты делаешь? Так.